Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова. Угадайте, что мы сегодня будем с вами обсуждать? Конечно, вы уже прочитали название ролика. Мы будем говорить сегодня о каталоге Oriflame Premier Club, который будет действовать в период действия каталога номер 16 с 25 ноября по 8 декабря. Тут написаны даты. Но, ребята, чтобы стать участником Premier Club, нужно успеть еще в 15 каталоге хорошо потрудиться и собрать заказы суммарно на 150 баллов. Только после этого вы можете заказывать по этому чудесному, крутому каталогу. Ну и еще, помимо того, что вы заказываете по этому каталогу, участник премьер-клуба получает дополнительно кэшбэк 10%. От 3% скидку с товарооборота личного и всей команды, если у вас есть команда. И, конечно же, 50% скидка на любой продукт из каталога. Поэтому стоит постараться, если не знаете, как это сделать, посмотрите ролики на моем канале «Как не делать заказы от 150 баллов». И есть еще классное видео «Квест от Лилии Донсковой». Тоже посмотрите, там классные-классные фишки. Ну что, давайте посмотрим каталог, что же здесь очень классного такого. Я вам все расскажу и даже покажу. Итак, напоминаю, каталог премьер-клуба начнется с 25 ноября и продлится до 8 декабря. Что в этом каталоге особенно привлекательно, я вам сейчас покажу. На первой страничке нас ждут тени Kai Al для век. Я ни разу в жизни не брала такие тени, не знаю, как им пользоваться, но мне их часто заказывают. Самый популярный цвет угольно-черный. Особенно те девушки, которые любят делать смоки-айс макияж, они вот чаще всего заказывают такие карандаши, говорят, что очень здорово. Но я не пробовала, поэтому своего мнения нет. Я перелистываю следующую страничку, и здесь нас ждет чудесный набор. Это действительно очень выгодное предложение. За 1299 рублей в красивой, вот именно в такой красивой подарочной коробке будет парфюм Divine и крем для тела Divine. То есть крем точно такого же аромата, как и парфюм. И это очень здорово. Я люблю, когда тело пахнет одинаково. То есть крем, парфюм, как-то еще у нас был лак для волос тоже с ароматом парфюма. Это, конечно, очень круто, когда отовсюду еще и дезодорант был такой Divine. Может быть, и сейчас он есть, честно говоря, не помню. Но это очень круто, когда один аромат повторяется, и он усиливает друг друга, и за счет этого он держится очень долго и просто необыкновенно круто. Поэтому это шикарный подарок как для себя, так и для кого-то из своих близких. Потому что аромат Divine популярный, его все очень любят, часто заказывают, по крайней мере, у меня это прям вот один из таких продаваемых продуктов. Я рекомендую всегда перед покупкой парфюма сначала брать пробничек, и вы, конечно же, можете эти пробники себе выписать предварительно. Нас уже ждет новинка для деток. Микки Маус будет мыло красивой упаковки, в такой сиренево-голубой цвет. И туалетная вода Микки Маус тоже будет с приятным фруктовым ароматом. Нотки жасмина, ванили, груши. Формула без спирта, поэтому деткам берем смело. Дети очень любят подражать взрослым, чтобы у них уже был свой парфюм, своя помадка и так далее. Да, и мальчики любят тоже свой парфюм, поэтому берем. Вот, как раз пробники. Я вам покажу мой набор пробников. У меня еще в старой косметичке, в такой вот более маленькой. Сейчас он приходит в более большой сумочке с ручками. Это намного удобнее. И очень круто, когда у вас есть такой набор. Вы можете подобрать парфюм. У меня здесь только парфюмы, правда, лежат, а помадки отдельно. То есть очень удобно то, что можно взять любой парфюм, достать его и показать, ну, своим клиентам, дать понюхать или своим знакомым, дать понюхать, чтобы люди поняли, что это за аромат. То есть, да, мы берем пробник. Кстати, еще где-то у меня не здесь, в сумочке лежат отдельно. А есть еще, как раз вам в подарок будет вложен специальный блокнотик с отдельными такими бумажечками для того, чтобы наносить парфюм. Если мы наносим парфюм на руку, например, чтобы продегустировать, не на бумагу, то наносим вот на эту зону, вот где пульсовые точки, где венка проходит, мы сюда наносим капельку в парфюм, а предупреждаем, что не надо сразу тыкать в нос рукой. Надо дать ему чуть-чуть выветриться, чтобы верхняя нотка резкая вот эта ушла, и потом
А, вот, мы нюхаем, очень вкусный. Я почему-то взяла мужской аромат, ну, какой попался, Excite от Димы Билана. Поэтому я рекомендую всем иметь такой набор пробников. Это увеличивает значительно покупаемость нашей продукции, потому что, когда ты попробуешь что-то, выбор сделать гораздо легче и интереснее. Как я даю пробники клиентам? Я не тащу с собой всю косметичку, я всегда отбираю только те пробники, которые актуальны, которые идут со скидкой в текущем каталоге. Потому что если человек, например, подегустирует аромат, и ему понравится тот, который сейчас без скидки, стоит очень дорого. Вот если посмотреть на цены без скидок, то они действительно очень впечатляют. То есть, например, набор этот будет стоить без скидки 3270, это очень солидная цена. 1299 очень приемлемо, поэтому мы предлагаем клиентам то, что сейчас актуально, на что надо обратить внимание. Поэтому набор пробников рекомендую брать обязательно, берите, очень удобная, классная вещь. Далее, здесь нас ждет компактная пудра. У меня, правда, другой оттенок, не теплый бежевый, из другой, ну, как бы пудры у нас много, это из другой коллекции, но что я хочу сказать... Просто хочу показать качество пудры, что я ей пользуюсь, мне она очень нравится. Это профессиональная серия The One. Оттенок у меня вот такой вот, летом я ей в основном пользовалась, он такой темноватенький. Сейчас уже он для меня не подходит, поэтому я уже убрала эту палеточку. Сейчас с трудом ее нашла. Что удобно, есть зеркало, есть пуховочка. Я, правда, потеряла оригинальную, выпала у меня и не стала поднимать. Я вырезала из пудры Giordani. Но я ей практически не пользуюсь, я пудру наношу кистями, поэтому мне как бы все равно. Важно, что хорошее качество, обычный формат, ничего особенного нет в упаковке, то есть обычная пластиковая упаковочка. Ну и цена, соответственно, очень классная, всего 399 рублей за классную качественную пудру. Я считаю, что это выгодное предложение. Ну, коробочки, да, меня не всегда устраивают коробочки в Oriflame, но вот, к сожалению, так. Зато крутое качество. Далее, двухсторонние карандаши по 99 рублей. Я пробовала эти карандаши в бизнес-центре, мы на мастер-классах ими работали. Хорошее качество, достаточно мягкие, хорошо прокрашивают. У них такой плотный пигмент, то есть они прям вот один раз проводишь, вот темной, например, стороной, сразу видно линию. То есть не надо 100 раз штриховать и проводить по стрелке. Хороший, качественный карандаш и по доступной цене. Помада, жидкая помада The One Lip Sensation. У меня, правда, другой оттенок немножко, но я вам просто хочу показать, как выглядит футляр. Очень прикольно, бодренько, так стильно, классный цвет, через прозрачку видно. Серебристый колпачок, он практически не трется. Вот я ей достаточно активно пользовалась летом этой помадой, ну, колпачок практически в идеальном состоянии. Сама помада как работает, смотрите. Это очень красивое покрытие, очень приятно на губах, мягко, увлажняюще, лаковый такой красивый цвет, то есть губки преображаются, можно использовать без контура, кисточка хорошо прям прорисовывает уголочки, то есть то, что нужно прорисовать, прокрасить, растушевать. Кисточка с этим классно справляется. Я довольна на 100% этой помадой. И покрытием, и как лежит на губах. Естественно, она не стойкая, потому что это, ну, и не заявлено, что это стойкая помада. Обычная помада мусс. Ну, очень приятная по текстуре, по своим качествам, по всем. Так, далее. Подставка под кисти. Тоже вот удобная подставка, то, что можно все кисти поставить, чтобы они не валялись, и удобно было, видно, где какая кисть, ее удобно доставать, поэтому тоже хорошее предложение. Очень красивая сумочка-органайзер для косметики, удобно сделана, тоже я эту сумку видела в бизнес-центре, рассматривала, щупала, очень красивая, нежно-нежно-розовый цвет, красивый цветочный орнамент, такой темный, акцентный, прям здорово сделано, рекомендую такую сумочку, удобно носить в ней косметику с собой в дорогу брать, если в путешествие отправляетесь и так далее. Тут брелок с зеркалом. Не брала, не знаю, что это такое. Скорее всего, как-то выдвигается. Там, я не помню, я видела, но внимания не обратила на эту штучку. У меня ее просто нет. Прессованное полотенце. Оригинальный подарок. То есть там будет небольшое полотенце 30 на 30. Когда его бросаешь в воду, оно расправляется и будет уже полотенчиком. Обратно его в такую форму уже не вернуть. То есть это такой веселый подарок. Далее, закладка, золотой бант.
Ну что про нее сказать? Закладка, золотой бант, удобно. Видите, что можно вставить между страничками, как бы крылышки вот эти будут сверху, а закладочка, стрелочка под страничкой. И как раз зафиксируется, что будет очень удобно. А вот здесь нас ждет очень крутое предложение, что порадовало очень сильно компания. Будет несколько продуктов из серии Novage, которые уходят у нас, да, ушли уже из обычной линейки продаваемых продуктов. Но многие полюбили и хотят продолжать пользоваться этими продуктами. То есть отдельно иметь тоник, отдельно иметь очищающее средство. И мы сейчас с вами посмотрим. У нас есть обновляющий тоник Novage. Думаю, это вот этот. Нет, как раз это вот этот. Вот он. Код его 32128. Классный тоник. Это вот как раз был в серии True Perfection и Экологен. Поэтому классный, я им с удовольствием пользовалась всегда. Люблю этот тоник, после него сразу же ощущение, что завершенное очищение кожи, кожа мягкая, нету никакой стянутости, сухости. То есть вот кожа прям приходит в такой хороший баланс, хорошее балансовое состояние. И после тоника кожа уже с удовольствием принимает крем. Крем растекается по лицу. Там, где нужно, берется больше, да, где не нужно, поменьше. То есть очень классно пользоваться тоником. Но то средство, которое сейчас вышло на замену, мне оно тоже очень нравится. Я в восторге от гель-тоника. Следующее. Очищающий гель-пенка 32596. Тоже классная пенка. Какая рекомендация по ее применению? Тоже есть разница между гель-тоником, который сейчас вышел. То есть эту пенку мы наносим на мокрую руку. Вот одно нажатие до конца, выходит большая капля. И нужно потом вот так вот на руках добиться пенки. То есть чтобы на руках вспенилось. То есть вот буквально несколько движений поднимается пенка. И после этого мы уже это переносим на мокрое, влажное личико. Делаем легкий массаж в течение одной минутки. И все это смываем водичкой. После этого работаем тоником. Это вот такая вот классная штука. Сразу покажу очищающее молочко. У него точно такой же флакон, 32597 его код. И тоник, уже смягчающий тоник. Он специальный для этой серии Ultimate Lift, если вы помните. Он для такой более увлажняющий тоник. Он не такой жидкий, то есть он прям такой какой-то густенький в этой серии. Тоже я в восторге. Я еще не закончила, у меня всегда открыто много всего, надо быстрее заканчивать. И очень круто, что в этом предложении нас ждет скраб Novage. Это мой любимый скраб. Вот все, что я перепробовала за свою долгую уже жизнь, за то время, когда я пользуюсь косметикой, я перепробовала огромное количество скрабов, потому что ими действительно приятно пользоваться. После скраба кожа, она действительно такая обновленная, мягкая, поры сужаются, кожа прям сияет. Как после скраба лежат шикарно тональные основы, просто сказка. Вот лицо как с картинки. И вот этот скраб мой любимый. И мне очень жаль, что компания его убрала из обычной серии. Сейчас покажу, как он выглядит. Обычный скрабик. То есть ничего в нем нет. Он на самом деле он не розовый, только флакончик розовый. Такой вот скрабик. Смотрите, он очень мягкий. И отшелушивающие частички, они настолько мелкие. То есть они как порошочек внутри. То есть их не видно. То есть нет никаких абразивных частиц, которые корябают, шаркают кожу. То есть идет мягкий-мягкий пилинг. Такой вот, как будто полировка кожи. И самое главное, сразу же смягчение. То есть здесь в составе, вы видите, такой, да, кремообразный состав. Просто потрясная кожа после этого скраба. Я успела взять еще один флакончик, он был как-то в каталоге в распродаже, я успела взять. И, скорее всего, я возьму еще один, положу, потому что у них большой срок годности. Вот у меня этот до мая 2019 года, то есть, естественно, да, с большим сроком годности они полежат, и я буду ими пользоваться, потому что мне очень нравится эффект. Если сравнивать с новинкой, которая вышла, пилинг, новый пилинг, да, он тоже очень крутой. Но его нужно держать на лице, то есть это надо время, там до 20 минут мы его держим на лице, потом смываем. Этот же скраб буквально 2 минутки и лицо обновленное. Вот я люблю все-таки такую вот, ну, скорость, для меня иногда важно очень быстро и круто преобразиться.
Так, двигаемся дальше. Кстати, здесь еще есть очень прикольный силиконовый очищающий диск для лица. Тоже рекомендую взять. Он усиливает вот этот эффект отшелушивания, полировки кожи. Но у меня такой диск есть в Skin Pro Sonic 3 в 1, по-моему, он называется. То есть новинки. Поэтому я диск не брала. Но если судить по аппарату, то это очень крутая штука. Действительно, прям мне очень нравится. Следующее. Крем для ног вишневый десерт. Тут и нарисованы вишни, он и пахнет вишней, он и выглядит как вишневый. Смотрите, у него прям есть розовый оттенок, он перламутровый. Он очень мощно смягчает кожу. Вот тут его положу. То есть он, у него большой объем, 75 мл. Он очень круто смягчает кожу. Я им пользуюсь. У меня прям несколько флаконов, у меня еще есть сливовые, я взяла гранатовые, вот они все между собой похожи, то есть у них такой эффект, вот они жирненькие, то есть если вы видите, вот наношу, и он сразу не исчезает, то есть они жирненькие, они шикарно убирают все вот эти вот натоптыши, мозольки, сухость, я в восторге от аромата, просто как пахнет круто, я даже им мажу руки. То есть, когда на ночь мажу ноги и немножечко достается рукам, потому что так приятно, когда от рук пахнет вот этой вишенкой. Просто, ну, само прям аппетито вкуснейшее. Так, здесь у нас крем для рук «Шелковая нежность». У меня его нет, и мне в этом, именно вот в этом варианте не нравится аромат. Я его себе брала как-то, но поняла, что это не мой аромат, и больше его не брала. Далее, крем для рук «Зимние грезы». У него такой... какой-то аромат новогодний с хвойкой, ему же вторит мыло в форме елочки, кстати, прикольный подарочек, и тут елка нарисована на самом мыле. Далее, мыло, мед и молоко, золотая серия. Оно очень красиво упаковано, в такой прям качественный, это не хлюпкая какая-то коробочка, то есть вы видите, я вот его сдавливаю, очень хорошая, добротная коробочка, внутри запечатанный кусочек мыла, то есть то, что мне тоже нравится, мыло не просто вываливается, оно еще идет в пленочке, пленочку скрываете, здесь ароматный душистый кусочек, в нем 75 грамм, вот, он очень хорош с собой, очень приятный аромат, это крем-мыло, оно дает, ну, такой вот эффект увлажнения кожи. Люблю такое мыльце в подарок дарить. Гораздо приятнее подарить такое мыло, чем шоколадку. По цене выйдет гораздо дешевле, но зато человек долго прослужит. Далее у нас антивозрастной крем для рук. 149 рублей. И концентрированный защитный крем. Брала и тот. Они очень действительно классные, справляются с своей задачей. Они вот подходят для взрослой кожи, у которой уже такая вот, она кожа истончается, да, у нее сухость. Вот если посмотреть, появляется какая-то вот тонкость, сухость. То есть такую кожу нужно увлажнять более активными средствами, чтобы она напитывалась и восстанавливалась. И, девочки, мойте посуду, пожалуйста, в перчаточках, делайте генеральную уборку в перчатках, просто подберите себе хороший размер, чтобы было удобно, потому что я раньше тоже всегда говорила, нет, перчатки это не для меня, я никогда не буду ими пользоваться, в них неудобно, но меня убедила одна моя знакомая, которая уже 70 лет, она сказала, что жалеет, что в свое время, в молодости, не приучила себя в перчатках делать домашние дела, из-за этого она с ужасом смотрит на свои руки, и уже ничего нельзя сделать, к сожалению. Здесь у нас набор кремов для рук. Они приходят вот в такой красивой коробке. Я брала в прошлом году их на подарки. Очень вызывает восторг. Во-первых, они по качеству крутые. Тут по 30 мл 3 кремика. А крутые по качеству. Очень вкусные все ароматы. Они разные ароматы, да, то есть... Человек выбирает орех бразильский, вишня или оливковое масло. Вот особенно мне бразильский орех очень понравился. Я себе тоже брала такие кремики. Просто песенка. Просто вкусно, просто классно. Здесь нас ждет, о чудо, чудо, пена для ванны. Такая гигантская. В ней 750 мл. Она вкусная, душистая. Такая пена, сладкие грезы, у нее аромат спелой клубники, белый шоколад. Она дает в ванной огромную такую пену, хорошую, которая долго держится, то есть она не сдувается через 5 минут, то есть вы в ней полежите минут 10-15, насладитесь, она напитает кожу, то есть она такая прям вот классная пенка.
Так, я перескочила немножко. Ну, давайте сразу. Гель для душа тоже такого же мега объема с вкусным ароматом миндаля. Ну, цена, конечно, огонь просто. За такой объем, если вы посчитаете, в обычном флакончике геля 200-250 миллилитров. Обычно он стоит, ну, самая дешевая цена, это 99 рублей. Тут получается у нас 3 флакона за 299, да, это классная цена. А здесь просто копейки, вот эта пена для ванн за 199 рублей, выгоднейшее предложение. Дальше, скраб для лица шведский спа-салон, он приходит в такой баночке. У меня прям буквально в прошлом каталоге закончился такой скраб, и я показывала, в пустых баночках делала обзор этого скраба. Он тоже хорош, у него чуть более крупные абсорбирующие такие частички, чем вот в скрабе Novage, который я вам показывала. Но он тоже очень комфортный, такой приятный аромат спа. Вообще вся серия с таким удивительным ароматом чудесным. Тут же у нас мыло с отшелушивающим эффектом. Кстати, вот эти вот пупырышки, которые, в принципе, со временем, ну, смываются, да, стираются, но они очень круто прям массируют, то есть они прям жесткие такие, да, дают хороший массаж, то есть бедра, ягодицы, животик, вот помассировать этим массажным мылом очень хорошо. И мне нравится вот натереться этим мылом и чуть-чуть, прям минутки три побыть в нем, то есть не сразу смывать, а побыть в нем, чтобы мыло поработало, а потом мочалочкой еще пройтись. Какая кожа! Такое чувство, что с меня снимают прям слой кожи, сдирают, как будто я из баньки вышла. То есть работает крем просто шикарно, просто шикарно. Здесь у нас дезодорант Silk, шелковая нежность. Ну, как раз я вот про него рассказывала, что у нас здесь будет крем и дезодорант. Это из одной серии, кстати, они очень здорово друг друга дополнят. Это может быть подарком, набором. То есть крем и дезодорант, если вы возьмете, то у вас получится хороший наборчик и недорого. И здесь мы можем себя побаловать спортивной курткой Wellness 3 размера SML за 2699 рублей. Такая прикольная ветровочка, видела ее в деле, удобно, что она с капюшоном, стильно смотрится, такая прям прикольная спортивная курточка для бега супер, да и в дорогу. У нее интересный материал, ну, хорошая, качественная вещь. Здесь, на этой страничке, нас ждет пончо Аризона. Действительно, очень красивое изделие, теплое, эффектное, красиво подобранные цвета, вот все сочетания цветов. Если вы любите такие штуки, то, конечно же, я считаю, надо брать, потому что за такие деньги пончо такого хорошего качества купить нереально просто. Берет Фиби, ну, какой-то лохматенький беретик, вообще даже мне нечего про него сказать. Не мерила, не видела, не знаю. Но по картинке мне не нравится. Непонятно, что-то лохматенькое такое на голове. Я все-таки считаю, что головной убор нужно подбирать индивидуально, кому что идет. Желательно как-то примерять. И вы уже знаете свой стиль, поэтому, да, подумайте, если вам нравятся такие вещи, то, конечно, да, берите. Далее, парфюмерная вода My Destiny. Есть у меня такой аромат, он очень красивый. Очень стильный, оригинально сделан флакон, то есть, да, здесь каждый флакон по-разному сделан, куда как попала вот эта вот пыль камня. Ну, что я могу сказать, не мой аромат, к сожалению, очень я его хотела, купила, но я им не пользуюсь, у меня дочка им пользуется, мне он совершенно не подходит, потому что я люблю сладенькие ароматы. Этот более такой свеженький, какой-то зелененький, легенький такой аромат, но он достаточно стойкий, то есть он неплох, он действительно оправдывает свою цену. Многие от него просто без ума, я знаю, но вам, опять же, я рекомендую брать пробник. Без пробника покупать аромат, это вообще, мне кажется, ну, как-то неправильно. Ну, если, конечно, у вас огромное количество денег, и вы их не считаете, то без проблем. Но если вы будете потом переживать, что потратили деньги зря, то, конечно же, берите пробники. Так, здесь у нас легендарная вода «Легенда». Шучу, что легендарная, она просто называется «Легенда». Мужской аромат, тоже нужно нюхать. Мы такой не брали. Не знаю. Из пробника, да, неплохой аромат, очень приятный такой мужской. Ну, мы почему-то на другие западаем ароматы. Так, что дальше? Массажное масло для тела. Вот, это наша любовь. У нас уже второй флакончик почти наполовину заканчивается. Масло шикарное.
Все в нем круто, и аромат, и массаж с ним делать, и после ванны его можно на тело наносить, чтобы вкусно пахнуть. То есть оно впитывается без следа, не оставляет липкого последа, оно очень делает кожу мягенькой, нежной, бархатистой. То есть масло рекомендую брать, цена на него просто шикарная. Масло вкусное, стильно сделано, очень красивый вот этот фиолетовый цвет и корсет. То есть мне все в нем нравится, обожаю это масло, оно мое любимое в Oriflame. Далее, что здесь? Шарф. Кстати, прикольный шарф мужской. Шарф с необработанными краями для девушек. Ах, красивый орнамент, боже мой. Я видела этот шарф в деле. Он очень хорош собой, его удобно крутить, можно в зависимости от того, какой у вас наряд, вывернуть его вот этой бежевой, такой персиковой стороной или серо-голубой. У него оригинальные пятна кое-где проскальзывают, то есть шарф вообще такой стоящий, прям мне очень нравится. У него приятный он на ощупь, то есть он не склизкий такой, не выпадающий, соскальзывающий. Он прям приятный, красивый, классный шарфик. Далее, туалетная вода Northern Glow, которая очень популярна, у меня ее заказывают прям постоянно, надо будет показать клиентам, которые ее берут, тоже, я думаю, будут повторные заказы. Она и стойкая, и вкусненькая достаточно. Так, из бижутерии. Так сложилось, что в этот раз из бижутерии у меня только кольцо Daisy. Вот оно у меня на руке. Я его ношу уже где-то год, посмотрите его качество. Я его не часто, конечно, одеваю, и я в нем не мою посуду, я в нем не купаюсь. То есть бижутерию, ее априори нужно снимать перед тем, как вы идете в ванную или моете посуду. Качество у него классное, то есть даже вот здесь не затираются. Обычно вот кольца дешевые, они вот с обратной стороны сразу теряют свой вид. Это же выглядит очень солидно. У него красивый камень, вот я его сегодня одела под блузку. У меня и серьги такие же есть, я им довольна, просто вот, ну, супер, все обращают внимание, оригинальная вещь. Из остального у меня даже ничего нет, но расскажу, что мне здесь нравится, вот, чтобы я прям вот взяла. На этой страничке очень прикольное украшение для обуви, то есть на кроссовочке сверху, вот где шнуровка, одевается вот эта вот такая заколка кристаллическая, у нее там отверстие, куда шнуровку продеть. Это очень украшает обувь, можно на ботиночки одеть, на кроссовки. Оригинальные серьги с металлическими сферами, очень необычно сделаны, прям красавцы, серьги-красавцы. Здесь мне очень нравится жерелье-трансформер. На лето классная штучка такая, прям как дополнение шикарное. Вот. И очень хороша шляпка. Вот то, что я видела, то, что мне самой нравится, и то, что я бы не прочь бы иметь. Но это не значит, что я это буду заказывать, потому что каждый год выходит что-то новое. Я думаю, что к следующему лету будут опять какие-то новые крутые украшения, более модные, стильные, и, конечно же, я их и возьму. Здесь у нас аксессуары. Что рекомендую брать? Во-первых, раскладку для красок, чтобы у вас она была под рукой. Всегда подбирать краски удобно. А здесь у нас шикарные пакетики, в которых обязательно нужно отдавать заказы клиентам. 10 пакетиков за 25 рублей, то есть 2,50 одна штука. Это ваше вложение в бизнес для того, чтобы выглядеть респектабельно и давать лучший сервис своим клиентам. Ручки, ну ручки обычные, кстати, у нас бывают ручки и получше, как, например, здесь набор ручек с кристаллами, но они по такой цене крутой, ну, кстати, можно с кем-то договориться, взять на троих, выйдет гораздо более приятная цена, разделить, может, по жребию, кому какая ручка достанется, я бы взяла вот такую вот, мне нравится, с розовеньким. То есть, ну, как идея, можно с кем-то скооперироваться, взять себе красивую, крутую ручку, чтобы ну, проводить презентации или там встречи с крутой ручкой. И завершает обзор туалетная вода Friends for Her, Friends World for Her. Очень длинное название, но при этом просто один из вкуснейших ароматов. Это можно увидеть потому, как он у меня заканчивается. Мне нравятся все его нотки. Нотка сочного персика меня просто завораживает. Я обожаю этот аромат, все лето им пользовалась. Ну, не только им, конечно, но с огромным удовольствием. И продолжаю его выбирать зачастую. Он классно поднимает настроение. Я не знаю, стойкий он или нет, потому что я
как-то, ну, не замечаю вот этого, что прям он долго где-то держится. Но мне он очень нравится, просто волшебство. Вот. Что хочу сказать, прям рекомендую этот аромат для любительниц таких вот фруктовых ароматиков, потому что он именно вот фруктовый, хотя здесь есть и цветок, и ванилька, да, ванилька, она только усиливает вот эту вот фруктовую сочность. Я прям люблю этот аромат, мне он нравится, вот. Вот и все. Вот весь обзор, не так уж и много у меня было, что вам показать, но я вам рассказала самое главное, самое важное, чтобы вы в этом каталоге успели себя побаловать классными продуктами, которых уже нет в продаже, например, в основном каталоге, и они доступны только участникам премьер-клуба. Так что балуйте себя. Раз уж вы вошли в премьер-клуб, значит, вы достойны самого лучшего. А с вами была Лилия Донскова. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы в комментариях и буду рада вашим лайкам. Всего доброго, до новых встреч, пока-пока! GoPro Stop Video!